Салют всем солевым! Раднулькин на связи. Сегодня к нам подъехала линейка одноразок от SK. Давайте разбираться, что она из себя представляет. Погнали! На сегодняшний момент у меня представлено три устройства этого производителя. Самая младшая модель — это Enigma на 5000 затяжек. Подробнее мы посмотрим чуть позже. Следующая модель — это SK Gemma на 7000 затяжек. Ну и самая интересная модель, как бы погонял уже с каждой из них. Забегу вперед, одну я даже потерял. Вот эту вот. Так вот, самая интересная модель — это SK Vape Keeper. Почему? Потому что у нее есть экран, на который выводится информация по состоянию аккумулятора, его заряду и информацию о размещении ракет на кубе, по оставшемуся количеству жижи. Давай разбираться, что они из себя представляют. Ребятки, хочу к вам обратиться. У меня есть канал на Яндекс.Дзене, на котором нужно набрать 30 часов просмотров. Я думаю, мы с вами с этим справимся, потому что вы у меня самые лучшие. А как только мы наберем 30 часов просмотров, давайте сделаем розыгрыш. Разыграем 3 маски, таких как сейчас на мне. И добавлю что-нибудь от себя. Всех обнял, давайте это сделаем. Самая младшенькая Enigma 5000. Понятно, что приходит вот в таком вакуумном пакетике. Пакетик плотный, пакетик добротный. А с коробочки мы можем получить следующую информацию. Спецификация. Солевой никотин 2%. Количество затяжек 5000. Объем жидкости 13 мл. И емкость аккумулятора 550 мАч. Ну, нечто среднее, нечто обычное, нечто повседневное. Также здесь есть QR-код для проверки подлинности. Ну, чтобы проверить, что это не паль. Это паль, еще паль. Бля. Сейчас попробую стереть защитный слой, чтобы QR-код был полностью виден, и пробить его по телефону. Перешло на официальный сайт SK и написано: аутентификация прошла успешно, товар подлинный. Давайте я просто вот сейчас сделаю скриншот и приложу его. Конечно же, заряжается она разъемом Type-C. Снимаем эти заглушки-писюнчики. Сразу проверим, как она заряжается, потому что ту, которую я потерял, я ее даже не успел посадить полностью. Берем нашу старую добрую банку. Вон этот банка с AliExpress уже пережила, не знаю, всех динозавров. Мне уже этот мир абсолютно понятен. Одноразка приятно подсвечивается и подсвечивает значок, что не выбрасывайте в мусорку. Ну, хорошо, я буду хранить. У меня их и так уже целый склад. На собой одноразке больше нет никакой информации. Только SK Enigma 5000 Litchi Ice. Вкус Litchi Ice. Litchi Ice. Это ледяной личи. Есть такой фрукт личи. Шлеп. Затяжка плотная, никотин. Чувствуется, вкус не нравится. Потому что я вообще в целом не люблю личи. Но одноразка добротная. Прикольно. Нет, прикольно. Жижа не химозная. Изжогу от нее не словишь. Ну, если ты, конечно, этому не склонен. Пластик, кстати, приятно лежит в руке. Такой, как будто толстый слой лака на пластике. Но мундштук не мягкий. Обычная, монолитная одноразка. И идем дальше. Это SK Gemma 7000. Как видно, дизайн ее уже отличается. Она такая глянцевая, переливается. И верхняя часть покрыта прозрачным пластиком, который я поцарапал, ходя с ней. И вид ее стал уже не такой привлекательный. Но ничего. Информация с коробки. Здесь все на английском. Но я думаю, мы разберемся. 5% солевой никотин, 7000 затяжек, 16 мл жидкости, 500 мАч аккумулятор, что слабже, чем в Enigma. Может, и пидор. Также вот этот значок черепа и QR-код для проверки подлинности. Походить я успел со всеми тремя, в том числе и с ней. Я успел ее разрядить и зарядить. Заряжается она точно так же разъемом Type-C, тот же самый приятный пластик. Это Шуга Rush. Шуга, сахар, Rush, не знаю, Rush. Давай, Rush! Такое, сахар. Это вкус сахара. Где вы встречали вкус сахара? Давайте ее попробуем. Как описать вкус сахара? Я думаю, все представляют вкус сахара, но как его попробовать описать? Сахар. Сахар, как что? Как сахар? В голове я прогнал много сравнений, но ни с чем я сравнить не могу. Видимо, это сахар. При затяжке на языке сладко, на выдохе сладко. Значит, слипнется жопа, наверное. Второй вкус. Страубери, банана. Это клубника, банан. Слегка отличается оттенком, но тот же самый глянец. Отражающий свет. О, я даже себя вижу. Сейчас фоткаю. Пробуем ставить на зарядку. Небольшая подсветка. На вдохе я не чувствую никакого вкуса, но на выдохе очень отдает бананом. Где тут потерялась клубника, я не знаю,
Но SK, пожалуйста, ее поищите. Жижа приятная, нехимозная. Мне понравились оба вкуса. Я их добью до конца, я буду с ними ходить. Топчик. Я думаю, самое интересное в этом обзоре — это одноразки Vape Keeper от SK. Видно, что одноразка своей формой больше, чем все остальные. И вот здесь вот у нее с краешку выделяется что-то черненькое. Это экран, на который выводятся самые главные показатели для одноразки. Это затяжки, это объем жижи. Признаюсь честно, я еще не видел ни одной одноразки с экранами, с чем-либо даже похожим на это. Возможно, до меня просто это еще не дошло, но я сталкиваюсь с этим впервые. Информация с коробки. Vape Keeper на 8000 затяжек, 5% солевой никотин, 18 мл объем жидкости. На сколько миллиампер час аккумулятор, стоит только догадываться, но снова же предупреждение, что содержит никотин и вызывает зависимость. Черепушка и QR-кода для проверки подлинности нет. Эту одноразку со вкусом Peach Ice, ледяной персик, я уже высадил в ноль. Она показывает, что у нее 0% жижи и 0% аккумулятор. Когда мы ставим ее на зарядку, снизу подсвечивается индикатор заряда и загорается экранчик, который показывает, насколько заряжен ваш аккумулятор. Но градация заряда аккумулятора и оставшейся жидкости идет с интервалом в 10%, 10 единиц, то есть 100, 90, 80, 70 и так далее. Кстати, хотел уточнить такую фишечку, что ставя на зарядку, например, тот же самый Gemma, SK Gemma, мы не можем делать затяжку. Пусто. А вот Vape Keeper, находясь на зарядке, прекрасно тянется. 0% жижи, но вкус до сих пор приятный. Watermelon Ice, арбузный лед. Эту я еще не вскрывал, делаю это при вас. Черный с оранжевым прикольно сочетается, на нем такие еще брызги, капельки. То есть, ну это вот такой вот у них дизайн. Снимаем заглушки. Тут я чувствую холодок. 100% жижи, 100% аккумулятор. Это мне показывает одноразка. Всегда, когда ты ее используешь, можно посмотреть на экранчик и узнать, сколько у вас остался аккумулятор. То, что уже пора подзарядить, чтобы не случилось так, что ты вышел из дома, а у тебя села подка, дудка, раска. На экранчике даже есть защитная пленка. Да, это вкусно, ребят. Одноразки, пушка, гонка, бомба, не знаю, это SK меня удивили. А с вами был Роднулькин, всех обнял, на связи, пока.